Всем добрый день, всем привет из Восточного Подмосковья. Сейчас показала вам цену. Эконом-цена 277 рублей. Приехали наши дорогие розочки. Астрид Графин Ханденберг, Циркус розочки. Ну, скажу вам, выбор не очень большой. Флорибунда Космос. Здесь вот есть спрей Fire Fish. Здесь есть розочка Аллегрия. Здесь есть розочка Дороти. Плетистая, но в основном чайно-гибридные розы и плетистые. Черная магия, кто не успевает читать, немножко помогу вам. Pink Intuition. Есть, конечно, неплохие саженцы, я заглянула в коробочку. Ну вот, мне приглянулась роза Пиана, вот она, я вам показываю. Ну покажу, посмотрите, какие саженцы. Мне, конечно, не по душе. Хотя я эту розу люблю, но не взяла. Сейчас показываю следующие варианты вам. Чайно-гибридная Лимба. Черри Бренди. Замечательная роза, покупала и была посортлана в прошлом году. Роза Ассирия. Чайно-гибридная Биколор. Пастелла со знаком АДР. Замечательная и красивая роза. Боттичелли. Боттичелли брала в прошлом году, оказался в Вайкике. Пьер де Рансар. Кому нужно, бегите за Пьером. Амадеус плетистая. Замечательная роза. Многие знают ее, да? Здесь вот роза новая какая-то. Европа. Эту розу я не знаю. First Lady плетистая. Ну и вот такой стеллаж с многолетниками. И хотела вам показать немножко обзор. Любителям петунии, кто сажает. Я и сама приехала за этими семенами. Хотя семян у меня очень много. Набираю всегда с запасом. Срок годности у них очень хороший и большой. Вот хотела вам показать. И дорогое есть. Вот такая Shockwave. 183 рубля. И дешевые есть. И средняя цена есть. Вот такие американские семена. Селекция американская. Ну и вот такие дорогие, дорогущие, конечно, лежат все в коробочках. Открыть может для вас только продавец. Эллоу 183. Вот такие цены на такие в основном ампельные петунии. И по 5 семян в каждом пакете. Ну, есть и вот такого плана. Есть кустовые, очень симпатичные. Цена более-менее достойная. Хотя в те годы, конечно, стоило все намного дешевле. Мне приглянулась вот эта за 95, очень интересная. Хочу ее купить. Все-таки я возьму ее. Очень хорошенькая. Какой-то необычный цвет. Сейчас покажу вам. Yellow Bronze Red, 5 семян. Мультифлора, красивая, красивая. Но она невысокая, а это кустовая. Ну, вот Red Velour показываю вам. Из Wave 183 рубля. Вот такие петунии. Хиты продаж. Ну, в общем, на любой вкус. На любой вкус приезжайте, покупайте. Замечательный выбор. Огромная стена. Прям полная такая вот стена. Только одних петуний. Люди сейчас увлекаются. Вот такая тоже мне очень понравилась. Посмотрите, вишневая с белым центром. Тоже беру ее. Мне она очень нравится. Потом в конце ролика покажу, что я приобрела немного семян. Потому что у меня ампельных уже очень много. С прошлых лет закупки. Негодность хорошая. Вот кого интересует аустома. Ну, посадка сейчас, я не знаю, надо, конечно, в декабре ее сажают, я знаю, люди, я не увлекаюсь аустомой. Вот такая цена, вот такая по цвету. Очень много цинии, посмотрите, по 27 рублей всего лишь. Такими огромными-огромными цветами, георгино-цветковые. Есть смеси гигантские такие. Есть очень красивые фиалочки, 37 рублей всего-навсего. Фиалка рогатый тоже 37 рублей. Ну, в общем, и статица там вам видно, смесь. Все более-менее так вот это по цене хороший. 27, сальвия, красная красавица. Вот этот агератум я вам показываю, 25 рублей там по высоте. И берез 27.
гадеция, гелихризум сухоцвет, ипомея. Вот такая цена идет. Гвоздички есть. Рококо, виола очень красивая, я купила для себя. Бархатцы, астры всевозможные. Астры по 27, и помпонные, и такие крупноцветковые по 33. Ну, в общем-то, выбор, конечно, шикарный цветов. Шикарный. Просто посмотрите, какие астры красивые. А посмотрите, какие бархатцы. Бархатцы просто красота. Какие-то необыкновенные. 77 рублей. Гавриш. Посмотрите, какая каскадная, красивая, розовая. Тедди Блу 47 рублей. Махровые петунья. Вот такие расписные 155 рублей. Но это вот итальянская фирма. Я знаю эту фирму. Я покупала пикоти этой фирмы. Семена хорошие. Ну, вот такой вот большой-большой объем цветов махровых. Всякие названия, какие только хотите. Пакеты, конечно, очень привлекают. Глянцевый пакет с красивыми такими фото. Петунья букле. Посмотрите, какая красотка. Розовый с белым. Purple Wave 143. Easy Wave. Это вот, видимо, кустовая петунья. Мираж Шуга. Ну, в общем, глаза, конечно, разбегаются. Завтра будет суббота. Народу будет очень много. А сейчас вот немножко вам покажу по нашим приправам, по химии. Селитра. Комментировать не буду, просто покажу. Посмотрите. Вот такие необходимые для наших садов препараты. Все есть. Сульфат магния недорогой, 65 рублей, 0,5 килограмма. Ну и остальное. Изола древесная, все, что душе угодно. Калимагнезия тоже нужная. Буйские удобрения хорошие. Вот такие цены. Леруа Мерлен. Ну, приятно ощущать, что сезон уже начинается. Вот уже и роз привезли. Там много еще горшечных растений, очень много гиацинтов. Но по всему магазину уже не стала ходить, чтобы вам время немножко сэкономить. Ну, и для себя тоже, потому что на кассах народ есть. Это все нужно еще выстоять, выдержать. Суперфосфат двойной, мочевина карбовит 78. Ну и вот такие укрывные материалы. Спанбонды 60-ка, 25 метров, 1500. Ну, в общем, на всякий вкус. Даже есть вот такие крепежные скобы. Тоже зависит от количества, от размера, цена. Ну, и спанбонда много. Много всякого, на любой размер. Ну, и немножко покажу вам полочку с удобрениями для роз, для хвойных. Вот такие тоже на любой кошелек, дешевые и подороже. Здесь вот у нас органическое удобрение Биогумус. Это немецкое удобрение для роз. Тоже немножко подорожало, 700, по-моему, стоило. Это Геолия 277, так она идет цена. 491, вот такой органомикс удобрения. Еще ни разу не пользовалась, тоже не покупала. Можно попробовать взять Цион. Ну и для хвойных тоже всякие, и подороже, и подешевле. Такой же органомикс есть для хвойных. Зеленая игла, килограмм, 156 рублей. Здесь один раз за сезон применения, 255 рублей. Форте, 277 рублей Геолива. И 90 рублей гуматкалия для хвойных. Ну, вот так немножко пробежалась. Фертика хвойная, осень, 5 килограмм,
Объем большой, такая цена. Ну и хотела немножко показать вам еще грунт. Грунтов тоже очень много. Я беру вот такой в основном, биогумус из сапропеля. Мне он очень нравится. Есть и для томатов такой, и для огурцов, то есть для овощей. По-моему, 188 рублей. Нету сейчас ценника. По-моему, такая цена. Ну, есть еще и остальные, конечно, грунты. Их очень много, по 25 килограмм, по 50 килограмм. Большие, огромные мешки, кто берет вот по многу. Ну, а сейчас хочу вам показать, что я купила в Леруа. Ну, вот такие семена петунии я купила сегодня в Леруа Мерлен. Давайте сразу остановимся вот на той, которая меня привлекла. Семена профи. Петуния Yellow Bronze Red. Итальянская селекция. Посмотрите, необыкновенный цвет привлек меня. Что мне посмотрим, что здесь у нас. На этой стороне, значит, они пишут, что высота растения 25-30, цветочек 6-7. Окраска бордовая с желтой звездой. Семян 5 штук. Цена 95 для вас поставила. До 26-го годность семян. Отлично. Отлично. Пару семян можно посадить. Будем надеяться, что все взойдет. Очень интересный сорт по окраске. Новенький. Люблю что-то, какие-то новиночки все-таки вносить в сад каждый год. Теперь давайте вот эту посмотрим. Вишневая галактика F1. Посмотрите, тоже поиск, красавица. Посмотрим, что там они пишут. В первую очередь, конечно, привлек цвет. Значит, 40 рублей поставила для вас. Здесь высота 35, а ширина 35-50. То есть кустик такой большенький, хороший получается. Цветы крупные, 8-10. Тоже хорошо. Количество семян 10, отлично. До 26 года. Вот поэтому беру смело, если ну, есть возможность там по деньгам и все остальное. Можно купить про запас. Очень понравилось, привлекла по цвету. Посмотрите, вот такая серединка. Петуния бордовая. Это гавриш уже идет. Гавриш. Так, сейчас посмотрим, что там. Здесь у нас пишут. Цветок огромный, до 16 сантиметров. Бахромчатые цветки. То есть лепесток такой, вот видите, кудрявый такой, волнистый. Мощные кусты до 50 сантиметров. Это повыше будет петуния. 45 рублей. Я считаю, недорого. Цена хорошая. На такую вот красивую. 10 штучек. 10 штучек до 25 года. Ну, отличный сорт, красивый, тоже новый. У меня такой не было еще, красавица. Посмотрите, середка еще раз покажу. Ой, какая красивая, очень красивая. Ну, здесь тоже привлекли вот эти жилки. Я очень люблю вот такую петунию, у которых идут вот такие красивые жилкования, такое красивое. Сейчас посмотрим, что здесь. 75 рублей она стоит. Гландифлора Дэдди. 8-10 цветочек. 8-10. Также 10 семян. И также до 26 года реализовать. Очень тоже хорошенькая, привлекательная по цвету. Давайте прочитаем правильный цвет, как они описывают окраску. Окраска лилово-розовая с бордовыми жилками. Вот видите, как, потому что смотришь иногда одно, а в описании немножко другой цвет, поэтому надо читать. Это аналогичный сорт, этот 47 рублей. Окраска светло-фиолетовая, с более темными по тону прожилками. Ну, вот она здесь красивая, 7-10 цветочек в диаметре. Так, что здесь у нас? 7 штучек семян до 26 года. Ну, тоже отлично, 47 рублей. И вот эта красная красотка тоже понравилась. Бургундия. Пишут они цвет. Тоже внутри такое желкование идет темное. Сама она красная. Я думаю, она будет очень нарядная. Очень. Растение тоже 20-35. Цветочек 10-13. Окраска бордовая. Короткий период выращивания. Идеально подойдет для создания смешанных монокомпозиций. Ну, понятно, это все. 10 штучек, 65 рублей, до 26 года.
Ну, вот такие купила кустовые петунии немножко для разнообразия, хотя запасов у меня много. Сейчас покажу вам вот такую пачку. Я уже посадила, это уже связано у меня, то, что я уже посадила 2 дня назад. А сейчас я вам покажу вот такую ампельную петунию, которую тоже уже посадила. Эта закупка была у меня тоже 20-21 год, когда она тоже была подешевле еще. И, в общем-то, я купила с запасом. И вот уже в этом году, 2 дня назад, я высадила вот такую петунию. Это ампельная вся. Размер плетей где-то от 70 до метра. Вот такая ампельная. Ну и купила еще, вам покажу. В прошлый раз понравилась очень виолка. Вот такая рококо. Тоже уже высадила. Прям вот как нарисуют такую красоту. Ну как не взять? Вы посмотрите, какие края. Хотя у меня виолы есть. Видели у меня в новом цветнике виолка растет. Немножко взяла астр. Здесь королевский размер. Они пишут, размер очень большой. Смесь. Сейчас я вам покажу. До 50 сантиметров высота, а диаметр цветка 12-14. Нет, не цветка. Соцветие разнообразной окраски. Диаметр 12-14 сантиметров. Вот так они пишут. Ну, 0,1 грамма. Там у них это в граммах идет. До 26-го. Тоже красивенькие такие, симпатичные. Вот это вот помпонная такая. Тоже вот с такой середочкой. Очень интересно. Они не очень высокие. Я люблю такие вот астрочки небольшие. Ну и взяла еще цинью. Сейчас я вам покажу. Вот 4 пакетика взяла. Тоже цвета очень хорошие. Мне понравились. Вот такая называется Энви. Она такая зеленовато-лимонная. Она уже давно у меня в саду тоже была. Нравится очень цвет красивый. Фиолетовая такая, лавандер. Тоже красивая, большая шапочка. Вот эту новиночку взяла, которую вам там показывала, бордо. Очень симпатичная. Они недорогие, по 27 рублей. И вот такая полярный медведь. Белая красавица. Такие вот шапочки красивые. Ну, по поводу роста хочу сказать, что сейчас пока выбор небольшой. Это только первый привоз от поиска. Там будут и другие фирмы, конечно, у нас в Леруа. Каждый год это все бывает. Ну, в общем-то, начало положено. Ну, вот такая покупка у меня сегодня была в Леруа Мерлен. Небольшая, по мелочи, но очень приятная прогулка. Очень приятная. Конечно, еще поеду, будем смотреть, что там будут привозить. Ну, по мере возможности, может быть, покажу вам еще пару обзоров. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!